Решили у Макса к 1 сентября разобраться в ящиках. Сам Макс ушел к бабушке в гости, а мы вот со Степой тут активно пытаемся разобрать. Что-то купили новое, что-то смотрим, надо помыть, постирать. Степа активно помогает. Лишнее выкинем, потому что Макс очень много всего с первого, со второго класса пособирал, а некуда складывать, поэтому надо все лишние учебники повыкидывать, в чем-то его раскулачить. Да, Степа? Вот один ящик мы с ним разобрали. Помощник не пускает. Мне нужно второй ящик открыть, он не дает. Опа! Выкинули. И вот сейчас будем второй ящик с ним разбирать. Много очень пеналов. Много всего. Ну, посмотрим. Ладно, пусть опыт. Ну, чего ты ругаешься? Иди, можно. Смотрите, что делает, а? Это он ругается так. Выгнали его. Сейчас будет нападать. Степа, выздоровел, да? Очень плохо себя ведешь. Это он ругается так. Сейчас будет драться со мной. Разобралась я у Максимки в ящиках. Вернее, ящики-то они пустые. Но вот как смогла, разобралась. Давайте чуть-чуть поковыряемся у него, пока его нет. Вот эта вся пачка, он уже сам разберется. Тут с первого, со второго класса учебники, рабочие тетради. Что ему дорого, он оставит, что не нужно, выкинет. Я бы выкинула все. Ножницы с прошлого года у него с трудов остались вот эти, но он захотел что-то новенькое. Купила ему такие. Тут под пластилин кисточки так оставила. Восковые мелки и пастель не оставила с прошлого года. Ему этого хватит. Краски тоже оставила. Их надолго хватит. Вот такая пачка у него альбомов, цветная бумага, там вот все всякое такое. И с прошлого года оставила я вот такие вот папки. Это под тетради. И у него две папки. Одна для трудов и вторая для рисования. Почему оставила? Во-первых, они вот эти папки оставляют в классе весь год. И когда надо идти на технологию либо на рисование, они просто, каждый подходит к своей папке, забирают ее и несут на предмет. Вот это, кстати, очень удобно. Она, видите, еще и с отделением. И так как он уже привык к своим этим двум папочкам, чтоб не путался, он так с ними останется. Он их любит, они ему дороги. Ну, нормальные, хорошие папки. Ну, а для тетради вот такие вот опять оставили. Пока хватит. Так, что у нас тут еще? Вот столько пластилинов осталось с прошлого года, но так как пластилин хочется новый иметь, мы эти отдадим, наверное, детям знакомым. Либо, ну, может, либо дома будет играть. Ну, сам решит. Мы купили вон тот большой пластилин. Там 18 цветов. Цветные карандаши я ему взяла. Сейчас очень удобные вот эти вот тройные. Так, где тут нарисовано? В общем, треугольный, видите? Очень удобно для пальчиков. Классный. Дневник купили сами, сдавали мы по 3000 на рабочие тетради на следующий год для третьего класса. А вот дневники сказали купить самим. Ну вот взяли такой ему. Это общая тетрадка. Тетрадки в линейку. Разные-разные. Люблю я всякие тетрадки. Нам разрешают цветные, поэтому мы тут не теряемся. И вот в клетку мне очень понравились. Пол у меня чистый, просто он пошарпанный, поэтому не обращайте внимания. Новенькие понравились, вот такие матовые и вот такие вот, посмотрите, красота, глянцевые. Тетради разные. Ну, с кисками, наверное, он мне отдаст. А вот со всякими кораблями, машинами, скорее всего, будет использовать сам. Так, что у нас тут? Это для лепки, помыла с прошлого года для пластилина доску. Для красок тоже помыла с прошлого года, не буду ничего менять. Это закладки, закладки, закладки. Ручки какие-то купила сама, какие-то девочки подарили.
Точилки вот все три подаренные. Ластики, меня кто-то спрашивал, какими ластиками пользуется Максимка в школе. Вот такими простыми. Так, один карандаш вот взяла на пробу. Треугольный. Очень понравился. Наверное, буду такие еще покупать. В фикс-прайсе брала вот такие карандаши. Циркуль у нас сломался. Взяла новенький, чтобы была запаска. Отдельно запаски почему-то у нас не продают. Пеналы. Вот у меня есть такой, у Макса есть такой пенал. Ему Наташенька дарила. Есть вот такой пенал. Но, не знаю, девчонки, у кого дети в школу идут или ходят, нам удобно вот такие. Вот эти вот круглые пеналы реально удобные. Он то один, то второй с собой берет. Вернее, вот этот у него был в первом классе, вот этот во втором. В третьем, не знаю, какой-то из них возьмет, либо купим новенький. У него все в куче. И карандаши цветные, ручки, ластики. Сюда же и точилку бывает засунет. А по порядку это вот, не знаю, моему ребенку неудобно. Ему удобно, чтобы вся куча лежала сразу в одном пенале. Вот такой пенал у него в папке для кистей, для рисования. Очень удобный. Так, что еще-то показать? Ну, вот там еще новенькая бархатная бумага я ему купила. Ну, вдруг не нужна будет цветная. Еще там цветная, картоны новые. Так, альбомы, что еще? Вот здесь у него контейнер. Он у нас стоит вон там на полу. Около стола, вот его рабочий стол. И в этом контейнере у него разные для творчества. Вот он плетет из резиночек все, и там внизу идут разукрашки. Девочки ему много разукрашек присылали. В общем, все это там. А здесь у него блокноты, которые он любит, которые ему тоже дарили девочки. Ну, что-то я дарила, что-то он покупал. Вот он свои блокноты очень любит. Вот такой ежедневник у него. Хочет с 1 января начать его. Вот. Не знаю, что мы еще не купили. Рюкзак оставляем с 1-2 класса. И в 3-м он будет ходить все с тем же рюкзаком. Он у нас в хорошем состоянии. Не знаю, стоит ли еще что-то показывать. Мне кажется, канцелярия, она, конечно, интересна, школьная. Но практически она интересна либо школьникам, либо тем, кто готовит своих деток в школу. Поэтому долго я этот влог делать не буду. Наверное, вот так вот в общем показала. Ну и всех с 1 сентябрем. Скоро идем все в школу учиться, просыпаться рано и ходить в школу, делать уроки. Спасибо всем, кто был со мной. Спасибо всем за внимание. И всем пока.